Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Продолжаем проходить Барухил. Мы остановились с вами на том, что добрались до комнаты мотеля, где жил глава раскопок, которые закончились всем теми мистическими событиями, которые мы наблюдаем. Давайте набирать код. Так, код был 839. Я уже, по-моему, неправильно нажал его. 839. Так, 839. Дверь открылась. Это есть хорошо. Давайте изучать эту комнатку. Ну, сказать, что у него тут небольшой беспорядок, наверное, было бы глупо. Так, круги какие-то, да, инопланетные. Такие, которые рисуют на полях инопланетяне. Давайте начнем, наверное, по часовой. Рисунки. Это, я так понимаю, тот самый охотник, который людей похищает, да? Так, это что за червячок? Непонятно. Ладно, куртки для нас важности не имеют. Но стилистические рисунки, понять которые довольно тяжело. Так. Душ. Что он тут может нам дать? В принципе, ничего интересного. Так, на толчке какая-то записка. А, еще внизу записка. Это страница дневника, да, его? Так, давайте читать. Временная шкала, да? 5000 до нашей эры и, соответственно, до 2000 года нашей эры. Темные века, железный век, бронзовый век, неолит. Ну, в той или иной степени мы все с этим знакомы. Так. Так, немножко отвлекся. Так, часовни, курганы, круги камней, менгиры, погребальные курганы, дольмены. Датируются еще, ого-го, каким большим количеством времени назад, да? Ну, смысла в этом большого нету. Все модели N7500 доступны в серебристых и желтых цветах. Ну, это то, что у нас в руках, то, что мы нашли возле разбившегося джипа. Снова антенна, двигающаяся легкого поверхностного устройства. Процесс фотографирования стал необычайно простым. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля тополя. Ну, рекламная брошюрка, опять же, ничего интересного, как мне кажется. Водостойкие камеры. Bluetooth, зарядное устройство. Ну, ничего интересного. Давайте читать записки. 10 сентября. Почему мы разучились слушать? В наших душах живет послание веков. Он был одним из многих, что корчатся от боли, которую мы причиняем им, забирая то, что некогда принадлежало свету, чистоте и добру. Мы отвергаем дар, который был нам предложен. Эта почва полна энергии. Мне ясен смысл линий. Печать трескается, и будущее открывается передо мной. Я вижу. Что я наговорил? Меня лихорадит. То, что я написал, не имеет смысла, но это мой почерк и моя рука, сжимающая ручку. Иначе бы я не поверил, что мог это написать. 11 сентября. Он ждет, наблюдая за нами из забытого святилища, ставшего его тюрьмой. Его храм заброшен. Скоро он вышлет своих ищеек, и охота начнется вновь. 12 сентября. Прибыли результаты геофизических исследований. Эта наука – самый яркий свидетель археологического прогресса. Подумать только, теперь мы можем заглянуть под поверхность Земли с помощью радио и магнитных импульсов, не подняв ни пяди грунта. Картинка требует обработки, но я не сомневаюсь, что она откроет нам, что скрыто среди мусора. Мы узнаем, что лежит там под курганом. Уже узнали, судя по всему. Так, теперь еще одна записка. Он видит в нас хищников, болезнь, разъедающую его мир. Мы чума, язва на теле земли, поглощающая ее дары и исторгающая отходы своей жизнедеятельности. 15 сентября. Почему я должен терпеть эти издевательства? Почему должен он страдать от жажды? Археология – это не инструмент разрушения. Идиоты, которые называют себя защитниками, разрушают то, что мы пытаемся постигнуть. Наука и знания важны для нашего будущего. Понять и сохранить – вот дар, который не могут оценить эти самолюбленные вандалы.
Стражи охраняют его покой, берегут его все эти столетия. Забытые всеми, они стоят в одиночестве, распадаясь, погружаясь во тьму преданий. Сотни лет прошло с тех пор, как их ногам были возложены последние подношения. Я вознесу им почести. Что я говорю? Я человек науки. Понимать то, что нужно, исследовать все возможности. Мифы и легенды зачастую основаны на истинных событиях. Исторические явления, пройдя через тьму веков, становятся сказками современности. Ну, фанатик. Одним словом, фанатик. Все обычные неприятности, связанные с различного рода мистическим древним злом, всегда связаны с действиями каких-то фанатиков. Так, ну еще рисунки. Особо мне ничего не дающие люди, да, судя по всему. Так, зеркало. Не очень приятно. Всегда ожидаешь чего-то, какой-то подлянки, когда смотришься. Еще рисунки. Ладно, проходим. Эти рисунки, по-моему, я видел. Вот такую крокозябру в лесу встретишь, и все. Пиши, пропало. Когти. Какое-то чрево, хрен поймешь. Так. Обрывок. Давайте попробуем сложить его. Замка. Моего. Номер. Номер. Так. Вот эта бумажка, нет? Здесь должен быть номер. Так вот. Номер менял. Ну, не очень подходит, честно говоря. Я по... Так, вот это, наверное, я поменял. Код замка. Кейса. Так, ну что-то сходится немножечко. Вертеть их не могу. Я поменял код замка кейса, используя номерной знак моего джипа. Вот же ты, падла, я не запомнил его, не записал. Придется бегать искать его. Ну ладно, по крайней мере, мы знаем, что код от сейфа связан с его джипом. Лунный месяц. Фаллические лунные камни. Ну, я думаю, это ничего для нас особо интересного не принесет. Солнце и луна в середине зимы. Бывающая луна на валу. Ну, это понятно. Осеннее равнодействие. Все это происходит именно в эти моменты. Так, это мы изучили. Давайте читать вот эту записку. 21 сентября. Мы как раз в хронологическом порядке их читаем. Я нашел ее. Я нашел печать. Она расколота на мелкие куски. Бронза потускнела, но рисунок виден отчетливо. Я никому ее не покажу. Когда мы достанем из кургана артефакт, он снова будет свободен. И не останется никого, ибо мы все предстанем перед его судом. Слишком поздно, ибо мы забыли науку древних. Ее охотники собираются вместе. Приближается страшный суд. Я борюсь с голосами, которые вызывают ко мне из холма. Что я наделал? Безумие охватило мой разум. Я опозорил его. Я считал, что выполняю великую миссию, но на самом деле это была глупость. Две части печати захоронены здесь, на холме. И пока они не соединятся, они не будут знать покоя. Один из двух обломков артефакта я спрятал здесь, на станции техобслуживания. Я записал его местоположение на случай, если моя память подведет меня. Кажется, только в этом месте мой GPS все еще работает. Так, смешно, ручка мне нужна. Потому что если бы я записал номер, то было бы мне намного легче. Извиняюсь за посторонние звуки, но нужно найти ручку. Вообще, каждый раз, садясь играть в квесты, надо брать с собой ручку.
Так, есть контакт, есть бумажка. Давайте записывать. 2 7 7 8 4 4 6 7 8 5 4 4 4 5. Хорошо. Кстати, сразу запишем телефон: 5 8 5 2 1 3 1. Вот так то будет лучше. Чертов прибор, даже эти координаты чертовски ненадежны. Если бы я только смог понять, что требуется для того, чтобы исцелить эту боль, чтобы завершить церемонию. Что это за подношение? Могут ли мои исследования пролить свет на тьму прошлого? Я боюсь, что это знание было утрачено много лет назад. Надежды нет. Я должен бежать немедленно. Охотник приближается. Слуги повелителя ведут смертью и разрушением. В лесах нет спасения. Я должен покинуть курган, пока еще не поздно. А я в этих лесах был. Землянка Каэрн Уинни. 10 футов. Курган Брана. Сравнительный анализ планов и схем. Тоже 10 футов размер. Курган Болуэлл до реставрации. Мне эти схемы ни о чем, если честно, не говорят особо. Так, это мы смотрим из окна. В лес. Как раз по этому лесу мы и бродили. Приятного мало в такие окошки смотреть. Так, давайте изучать теперь. Его письменный стол. Так, еще записка. Почему я не могу ее взять? Вижу же ее. Не понимаю. Шляпу убрать нельзя, но и записку взять нельзя. Так, кейс. Надо будет бежать. Опять. К машине, к джипу, по той причине, что я не записал номер ее. Ну вот же записка, вижу ее. Может, какую-то с другой стороны ее взять. Так, что это такое? Диктофон. 28 июля. Раскопки продвигаются по графику, несмотря на прибытие протестующих. Они устраивают беспорядки по ночам. Крадут и ломают наше оборудование. Странно, что они обошли своим вниманием и так уже сломанные приборы. Этот дурацкий GPS-картограф. Я установил беспроводные камеры и настроил мой карманный компьютер, с помощью которого я могу следить за местом раскопок. Теперь, когда мы выяснили примерную дату установки камней, я собираюсь узнать, что таится глубже под землей. Так, первая запись, как я понимаю, закончилась. 21 сентября. Сегодня вечером я подошел к шурфу в кургане, когда рядом никого не было. Я знал, что накануне мы вскрыли очень важный слой. Я начал копать глубже и нашел 2 обломка артефакта, когда вдруг вновь услышал голоса в моей голове. Голоса из моих ночных кошмаров. Я забрал артефакты, обломки печати, ключ. Никто не найдет. Я спрятал их в разных местах, как мне велели голоса. Никто не узнает, где они. И если руины уйдут под воду, один из артефактов будет спрятан очень надежно. Жуткий смех. Так, артефакты спрятаны по всей локации, нужно их искать. Ну, это понятно было с самого начала. Что происходит? Я обнаружил, что стою на алтаре, а вокруг разбросаны листы из блокнота, порванные в клочки. Как это могло случиться? Я чувствую, что схожу с ума. Я спрятал артефакты неподалеку, чтобы они всегда были рядом. Почему я обречен делать это? Что меня принуждает? Я чувствую, что теряю контроль над собой. Я записал местонахождение артефактов на случай, если я вдруг забуду. Где записал-то? Я проснулся. Это был всего лишь полуденный кошмар.
В моих руках пачка листов, на которых написана вся эта чепуха. И безумные рисунки. Камни взывают ко мне. Я слышу их зов. Что им надо? Какие подношения я должен сделать? Она живая. Она наблюдает, она смотрит. Оно ждало много тысяч лет. Ждало, когда его разбудят, чтобы судить нас. Страж древности. Камни его охраняют, защищают его. Этот сломанный ключ, печать, которую я сломал. Теперь охотник вышел на тропу. Что я наделал? Что я наделал? 28 июля. Раскопки пред... 28... Ну вот, в принципе, как-то так, да? Печать, ключ и артефакт. То есть три вещи, как я понял, нужно найти. Так, это что у нас такое за баночки-скляночки? Я так понимаю, это образцы слоев грунта разного временного периода, да? Картина ничем для нас не примечательная. В принципе, здесь тоже больше ничего. Кейсе явно записи на местонахождение артефактов. Меня интересует, почему я не могу взять. Сейчас с другого ракурса смотрю. И все равно не могу взять эту бумажку. Что-то я неправильно делаю. Ну-ка. Ладно, в любом случае. Пока все, что нам нужно, это номер. Джипа. Ладно, давайте выходить. И двигаться тогда. Именно туда. Я имею в виду к джипу, чтобы записать номер. Заодно, может быть, послушаем радио. Может, что-то там изменилось. Так, номер джипа. Давайте запоминать. Вернее, записывать. 4Х, на всякий случай, 6, 8, 5, 7, 8. Хорошо. Давайте к радио подойдем. На радиочастоте ничего интересного. Ладно. Возвращаемся. Когда знаешь, локации уже не такие, они страшные, по большому счету. Уже знаешь, где что. Изучил. Мне больше не нравится, что я не могу пока зайти в остальные комнаты. Но, возможно, со временем. Так, 839. Что, каждый раз надо будет его, что ли, вводить? Так, кейс. 6. Так, ну-ка. Х-то не считается, да? 4, 6, 8, 5... 7, 8. Что, дернуть надо что-нибудь, нет? Блин, а что, неправильно, что ли? Ну, номер-то 658, 685, 78, но здесь нет. Так, а если так? Первую цифру не трогать. 6, 8, 5, 7, 8. Не? Интересно, девки плешут. Давайте читать еще раз запись.
Я поменял код замка кейса, используя номерной знак моего джипа. Это я понял. У меня есть номерной знак твоего джипа. RX 608. Ну-ка, если наоборот. Допустим, 8 7 5 8 6 4. Где нажать-то, чтобы он открылся? Так, ну пока что-то я тупанул с кейсом-то, что-то неправильно. Видимо, я что-то упускаю из виду. Ладно, давайте тогда, чтобы не затягивать, пойдем сходим еще в одно место, в котором мы не были. Эти самые катакомбы. Может быть, встретим какое-то упоминание. О том, что сделать с кейсом. Так. Вот мы и спустились в это заветное местечко. Добро пожаловать к роднику святой Аннеки. Путник к чудесному месту, наполненному волшебством и дарующему духовное просветление. Если пожелаешь оставить запись в этой книге, Элси Престиж. Какой прекрасный уголок природы здесь, вдали от остального мира. Ты как будто оказываешься в прошлом. Мы чудесно отдохнули, а воды родника придали нам сил. Мэг и Бетти, какая прелесть. Ну, не будем читать то, что полезно, то, что просто отзывы хорошие, удивительно, но этого родника как будто не коснулись прошедшие столетия. Джон Малгрев, потрясающе, об этом месте надо рассказать в моей передаче. Я проходила мимо родника сотни раз, но только сегодня остановилась посмотреть на него. Слушайте наше местное радио. Уже слушали. В этом месте можно чудесно отдохнуть. Оскар и Кейт, я прихожу сюда, чтобы заняться медитацией, ибо только в этом святилище месте разум мой чист. Привет, Элси. Какая замечательная идея оставить здесь гостевую книгу. Тихие звуки воды, журчащие под сводами грота. Мне кажется, что это место ничуть не изменилось с древних времен. Я ощущаю чье-то присутствие, слышу звуки барабана, и кто-то шепчет мне свое имя. Чувак, я тоже самое слышу. Вот это уже интереснее. Мерзкое, мокрое и грязное место. Не понимаю, как кому-то оно может нравиться, Кэрол. Так, завораживающее место. Я обязательно узнаю больше. Прихожу к этому роднику с тех пор, как его показала мне моя бабушка. Ей же показал его отец. Я начал ритуал благословенной воды и просветления святой Аннеки. Мы должны быть благодарны ей за святую воду. Нет ничего чаще, чище благословенной воды. Теперь я поднимусь на холм, пройду через лесную чащу, следуя древним тропам и укреплю священной водой камень Хенрик, как учила меня моя бабушка много лет назад. Камень Хенрик. Я послала каменных стражей, глядя на нас холма. Это место покоя и умиротворения. Мое подношение напомнит древним о том... Так, камень Хенрик. Запишу. Хенрик окропить святой водой. Запоминаем. Вот, в принципе, и все, что здесь нам было интересно. С этой стороны ничего. Пошли внутрь. Так. Довольно такое атмосферное местечко. Можно пройти налево. Можно пройти направо. Давайте сначала в центре разберемся. Явно что-то нужно, во что набрать святой воды, какой-то сосуд. Здесь свечи. Поджечь я их не могу. Что они символизируют, тоже непонятно. Ладно, давайте налево пройдем. Здесь рисунки. Если честно, мне ни о чем не говорящие, какие-то такие хаотичные.
И тут тоже ничего. Пошли сюда. Здесь ничего, здесь рисунок. Ну, видимо, изображающий, символизирующий круг камней. Сюда надо ставить, я так понимаю, один из найденных нами артефактов, да? Чего у нас нету? Карандаш не подойдет? Вряд ли. Фонарем тоже посветить не удастся. Ладно, имеем это в виду, запоминаем. В принципе, больше нам в этом источнике делать нечего. Я ожидал от него чего-то более худшего. Так. Что я могу сказать? Давайте попробуем посмотреть координаты, если это возможно. Так, мне показалось, что что-то пробежало. Камера работает, но это нам ничего не дает. Вот сюда бы попасть, вот сюда бы попасть. Очевидно, что нам нужно. Сосуд нельзя взять, от него воду набрать? Нет. А что я могу набрать святой воды? Так, ну если честно, на данном этапе я немножко потерялся в том плане, что мне делать дальше. Пойти опять к этому пареньку. Может быть, он что-то новое мне расскажет. А может быть, поискать какой-то сосуд, куда воду можно набрать. Вот здесь, например. Нельзя взять бутылку? К сожалению, нет. Давайте пройдем сюда. Сюда тоже ничего не возьмешь. Так, что тогда? Куда пойти? Куда податься? Понятно, что нужно открыть кейс, подумать, как это сделать. О, как я этого не заметил раньше. Слева направо. Фойе. Подсветка кафе. Зал в кафе. Подсветка в кухне. Что это? Моток проволоки какой-то. Я, походу, где-то включил свет везде, да? Походу, да. Да. Соответственно, нам не нужен больше фонарь, мы можем здесь гулять. О! Вот это интересное кино. Я мог это сделать, видимо, в самом начале, когда здесь был первый раз, но я, как обычно, прощелкал это все. Ладно, давайте тогда здесь искать что-либо для нас полезное. Так, тут сковородки. Взять я ничего не могу. Открывашка. Почему-то на нее пал мой взор. Так, ну я ничего такого полезного не нахожу. Так, блендер. Так, что я взял? В нем можно что-либо смешать, я понял. Явно не карандаши. Тут у нас... Что это, кока-кола или что это? Ну какая-то... Какие-то напитки, какой-то напиток или газированный, или типа пиво. Неинтересно. Давайте продвигаться дальше. Ну, запоминаю, что есть блендер. Вообще уже много мест, которые нужно запомнить. От этого голова идет кругом.
Так, ну тут надо просто внимательно осмотреться. Вот еще что я могу сказать. Виды рыб. Это рефрижератор или какой-то. Что-то наподобие этого. Все это могу осмотреть, но ничего полезного мне эти действия не дают. Так. Плохо приготовленное яйцо может быть убить ваших клиентов. Будьте аккуратны. Нормально так. Так. Взял чашечки, это уже есть хорошо. Под яйца. Так, ну, различного рода консервы, бобы и же с ними. Корзинку взял, отлично. Нахожу какие-то вещи, это уже радует. Микроволновка. Здесь ничего взять не могу. На микроволновку тоже внимание обратить не могу. Мойте ваши руки. Ну, это памятки для поваров. С той точки зрения, что плохо приготовленные яйца и плохо вымытые руки приведут это заведение в упадок. Так. Что в этом ящике можно взять? В принципе, ничего. Больше ни к чему приблизиться мы не можем. Так, здесь мы все посмотрели. Нож, нет, ступа. Не взять ступу было бы тупо. А как оказывается, она тут не нужна. Ну, ладно. Как говорится, дело хозяйское. Немытая посуда. Я такие вещи не люблю. Посуда должна быть мытая. Так, это радио? Привет всем! Это радио Бэрроу Хилл. И с вами снова Эмма Харри. Сегодня мы передаем привет команде трейлера «Веселый моряк», который рыбачит в 15 милях от берега. Удачи вам, ребята! Опасайтесь темных облаков, которые идут к нам с запада. Я еще не смотрела на сводки прогноза погоды, но здесь, на вершине холма, светит полная луна, и ничто не предвещает дождя. Равноденствие уже ощущается в воздухе. Тише, Уинси! Это Эмма Харри, и если вам нечем заняться, слушайте музыку на нашем радио. Мы останемся с вами до часа ночи. Я и моя собака Уинси, которая сейчас улыбается вам, точно чеширский кот. Оставайтесь с нами. У нас звонок. Привет, вы в эфире радио Бэрроу Хилл. Я знаю, кто это. Бен. Бен, это ты? Ты беспокоишься насчет... Что там происходит? Как странно. Надеюсь, это была шутка. Я попытаюсь ему перезвонить. Если кто-нибудь из ночных слушателей желает позвонить и передать привет, напоминаю номер в студии. 585-2131. А сейчас музыка. Оставайтесь с нами. Мы приготовили для вас несколько приятных сюрпризов. Еще вас ожидает очередная глава из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И для тех, кто только что присоединился, напоминаю, что в прошлый раз мы остановились на безумном чаепитии у мартовского зайца. А пока я сверяю сводки погоды у нашего метеоролога, слушайте эту чудесную музыку, после которой будет блок рекламы. Ладно, понятно. Особо ничего интересного. Еще грязная посуда. Здесь вообще кто-нибудь убирается, нет?
Единственное, что мы можем вынести полезного из этой аудиовставочки, так это то, что с Беном что-то случилось такое, о чем он позвонил на радио. Так, вот та самая радиовышка, возле которой я был, я там бродил за этим окном. В принципе, ничего для этого мне полезного больше не надо. Так, здесь что? Часы показывают без 5:08. Прикиньте, так смотришь, а там бы кто-нибудь стоял. Вот это было бы стрёмно. Это было бы стрёмно, ребята. Так, все внимательно смотрю, чтобы ничего не пропустить. Электрическая плита. Устроим пожарчик в этой кафешечке. Но запомним, что у нас здесь есть. Я имею в виду плита. Вдруг надо будет что-то подогреть. Вообще, надо всегда исходить из того, что не бывает чего-то случайного в подобных играх. Так, в ступе можно что-то помолоть. Я правильно понимаю? Только непонятно, что. Карандаш. Много-много загадок, пока мало ответов. До всего этого нужно кумекать. При этом внимательно осматриваясь. Но у нас есть уже хоть что-то, это уже неплохо. Ладно, запоминаем, что у нас здесь еще не открытый шкафчик с деньгами, с деньжищами. Эта серия примечательна тем, что мы поставили перед собой очень много вопросов и ни на один толком не ответили. Что с кейсом? Что вот с тем местом, которое я не могу пройти? Смогу ли я пройти в него потом? Попозже, а что мне для этого требуется? Может быть, завести этот мотоцикл, чтобы он мне освещал путь? Ну, так, чисто догадка. Пройти дальше я не могу. Ладно, давайте на этом эту серию закончим, по той причине, что я немножко потупливаю. Я немножко отдохну и уже начнем с новыми силами изучать местные локации и понимать, как мы сможем продвинуться. Код я записал правильно, да? С вами был Anybody Play, надеюсь, вам понравилось. Кстати, комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Why?